сегодня приехали на Бангу. Не в первый раз, но в первый раз для того, чтобы снять. Пройдемся, посмотрим все самое интересное. Все покажем вам. Вот. Ну и сами в голове, там, и, так сказать, на память это сделаем. Для того, чтобы потом когда-нибудь посмотреть, что вообще тут происходило в этом Таиланде. Потому что мы уже через месяц отсюда уедем. И хочется побольше собрать впечатлений. Запечатлеть то, в каких странных местах мы иногда оказываемся. Да, Банга точно одно из самых странных таких. Какая-то пучина это, разврата. Платят за то, что они зовут клиентов. Да, они просто танцуют. И... А, ну вот здесь есть. Ну да, справа можно пройти. Так, ну здесь много чего не показывают. Типа... Люди стоят, короче, с менюшками, не всех, так скажем, не совсем разрешенных препаратов, вот, но которые здесь лихо продаются. Когда они видят камеру, они, естественно, сразу это убирают. Я уже не удивляюсь. Я искал чего-то более необычного. Короче, здесь какая-то супер, ну, оживленная улица. И здесь пытаются максимально все, что только возможно, продать. Эти мужики.
интересуют. Вот. Некоторые не интересуют. Такие, как я, например. Потому что, ну, видишь, что мы спокойные, пьяные. Я не пойду с девушкой, поэтому меня не интересует. Тот, кто здесь парень один и пьяный, то они бы, конечно, да, всеми силами пытались такого клиента себе заманить. По понятной причине, потому что из таких людей можно как бы поиметь денег. Вейпы здесь, эти вот, которые типа запрещены в Таиланде. Вот. Но здесь они, конечно, легко продаются. Ну и втридорога. Макдональдс, который никому не нужен здесь. Не до Макдональдса людям здесь. Там девчонки хотят. Тут чисто это. Мичестерский отдел. А может и парни, кто знает.
Да и визуально прикольно такое. Ну, как сказать, много цвета и все. Меня ничем не заманил. Были бы там печеньки. Печеньки со сгущенкой и Вадим Баш. Да. Ну ладно, тогда пойдем на пляж, дальше пройдем. Мы, короче, самый быстрый трип сделали по Бангли за 9 минут. У меня есть две теории. Первое, мы либо пришли очень рано, потому что еще часов 8 вечера. Нужно, мне кажется, в 10 прийти. Да, еще рано. Или то, что уже начинается низкий сезон, и туристы разъехались, а как бы кого развлекать? Конечно, разъехались. Нам даже наш риэлтор сказала сегодня, когда мы ее оповестили о том, что уезжаем. Она такая, блин, мне теперь искать еще это, ребят, кто заселится в эту квартиру. А то типа у меня уже другие квартиры есть, куда бы найти хотелось людей на заселение. А тут еще и ваша. Короче, непростое это занятие вне сезон. Вот. Но при этом почему-то решила она цену даже поднять. Могла бы и пониже сделать, чтобы быстрее людей найти. Да, ну конечно, хочет в первую очередь заработать. Вот. А вообще, если я вижу на этой неделе, как новые люди заселяются в наши фонды. Вот сегодня даже при нас. Да, да, русские вот парочка заселяли. То есть люди все равно приезжают? Просто, видимо, она хочет как-то там подзаработать на это. Я вот такие игрушки в Китае видел, наверное, еще в 2005 году. Они еще все так классно играют. Все-то эти игрушки остаются популярными. Сейчас прогуляемся по пляжу. Мы здесь Новый год встречали, кстати. Да, во время Нового года здесь очень много людей было. Вот здесь везде запускали эти не воздушные шары, а воздушные фонарики. Небесные, вот, небесные фонарики. И было очень много салютов. И очень много людей. Здесь была дикая давка. Мы с Вадимом, наверное, отсюда вот до самой Банглы, наверное, шли, не знаю, наверное, час добирались. Да. Мы нашли место где-то, вот, наверное, метров 300 вот отсюда. Вот так. И там нам казалось как-то посвободнее. Где-то в этих местах вот сцена стояла. Да. А сам пляж нам очень нравится. Он хороший. И мы сюда периодически приезжаем, потому что это самый ближайший пляж к нашему дому. Да. Но мы приезжаем не в эту часть, а вот немножко подальше от Банглы. Потому что здесь пробки. Вот. Вот такая вот она, Бангла. И оказалось, что как раз на повторном заходе нам стало интереснее, чем в первый раз. Да? Людей было больше. Да. Больше. Больше людей, когда стало сразу как-то активнее. Больше активности стало, да. Ну, я думаю, это последний раз, когда мы приехали на Бангору. Спасибо, что были с нами вместе. Пишите комментарии, ставьте лайки. И пока-пока, скоро увидимся.